Доброго дня, я вітаю всіх глядачів нашого телевізійного каналу «Розмова на тему» в ефірі. І я вас запрошую поговорити разом з нами про казкове життя. Зараз розумієте, чому. В нашій студії директор культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко Казка» Юрій Любаров. Добрий день. Добрий. Юра, я очень рада видеть тебя в этой студии, в новом совершенно статусе. Мы с тобой не один раз здесь встречались. Да, но все как-то больше говорили о других каких-то проектах. Ну, а сегодня будем говорить о детском городке «Сказка». Я нагадаю номер телефона, якщо ви захочете приєднатися до нас, ставте своє запитання за номером 76-92-42, будете бачити його час від часу на екрані, отже, телефонуйте, якщо хочете приєднатися, бачите номер. Поки мої перші запитання. Юра, ти прийняв безпокійне, большое, хлопотне хазяйство. Причем в данном случае я все эти слова там беспокойные, хлопотные употребляю скорее с позитивным, с позитивной интонацией, потому что там, где дети, это всегда беспокойно, это всегда хлопотно. Но кроме всего прочего, это действительно хозяйство. Конечно, конечно. И ты человек абсолютно творческий, я надеюсь, что тебя никаким образом еще и хозяйство как таковое в нагрузку не смутило. Ну, я человек, конечно, творческий, но как это, творчество – это дело такое, голова в цветах, а все остальное в мыле. В мыле, да. Где бы ты ни работал, там, в шоу-бизнесе. И, в общем-то, я же был до этого несколько лет директором крупного, большого, достаточно большого развлекательного комплекса в Коблево, концертный зал, гостиница, ресторан. То есть, в принципе, хозяйственная деятельность, ну, и до этого в общем-то, там руками что-то там в жизни делал. Но вот сейчас, как бы, это какой-то новый уровень для меня, это какая-то игра-квест, да, вот я перешел на новый, более сложный уровень, потому что это, мало того, что хозяйство, это еще и бюджетное хозяйство. Это, с одной стороны, это деньги горожан, которые, то есть ответственность с одной стороны, с другой стороны, жесточайшие законы, правила, нормы и так далее, которые заведены для бюджетных организаций. Вот это самая большая сложность. Потому что я, честно говоря, боялся только одного, когда шел на работу, на эту должность, что мои идеи не будут поддержаны властью. Да? Потому что детский городок «Сказка» находится в составе управления городского управления культуры. Управление культуры находится в составе городского исполкома. Все это напрямую замыкается на городской совет. И вот я как бы боялся, что, может быть, мои идеи и мое понимание, как это должно быть, ну, как-то пойдет вразрез всему. Но оказалось, что управление культуры меня поддерживает, городской голова поддерживает, депутаты городского совета поддерживают. Ну, основная часть идей, да, как бы находит понимание. Вот. И теперь осталось только это сделать что-то. Не регламентируются ли вот какие-то идеи, какие-то желания что-то сделать, так же, как регламентируется финансовая деятельность? Не регламентируется. То есть обязательно каких-то вещей нет? Есть пространство, простор для творчества и фантазии. Да, безусловно. В этом смысле для фантазии простор есть. Но она должна всегда опираться на какую-то материальную часть. Да? Потому что сказка на самом деле это очень маленький уголок. Это очень маленький парк. Я понимаю, что из николаевских парков, да, это вот самая маленькая такая зеленая территория. И это и парк, это и, по большому счету, дом культуры. То есть у нас есть свои работники культуры. Нет, коллективов нет, но у нас есть свои работники культуры, у нас есть художественный руководитель, у нас есть процесс, у нас есть концерты, фестивали. А с третьей стороны, это игровая зона, это аттракционы, которые там стоят. И это все вот как-то вот на такой маленькой, уютной территории. И вот этим надо... Это не недостаток, это просто особенности такие. И этими особенностями мы как бы вот сейчас воспользуемся. Потому что вот сейчас вот управление культуры поставило передо мной задачу сделать зонирование детского городка. То есть на самом деле детский городок был построен, мы помним, в 82-м году методом народной стройки. И строилось вот так вот. Строилось, на самом деле перспектива развития городка была перескочить на другую сторону дворца. На самом деле изначально проект был такой. Вот эта площадь пустая от рынка оставшаяся, она застраивалась в первую очередь, а вторая очередь должна была быть с другой стороны дворца, там, где сейчас жилой дом красивый, и выходить на Московскую. То есть между Советской и Московской должна была, весь этот сектор частный должен был пойти под снос. Да, и вот там должна была быть основная игровая, то есть там большие аттракционы, там уже какие-то горки и так далее. Просто Дисней парк какой-то. Да, вот он мог бы быть, но как бы вот... Я думаю, что на этом, к сожалению, закончилось. Да, поэтому сегодня вот это миниатюрное, то, что есть и осталось нам в наследство, мы должны сохранить, модернизировать, то есть дать вдохнуть новую жизнь во все это.
потому что ничего плохого нет в этой каменной крепости, в этом паровозе, в этом корабле. На самом деле, ну, они были просто поставлены, да, как объекты, арт-объекты. А теперь пришло другое время, и надо эти объекты ни в коем случае не снести, не уничтожить. Жизнью а новой жизнью какой-то, где-то виртуальной, где-то реальной, где-то там, ну, там еще что-то. В общем, модернизация, то, что вот называется. Ну, вот насчет сохранить. Дело в том, что вокруг сказки так или иначе постоянно какие-то скандалы, ну, если не скандалы, то слухи и сплетни возникают по поводу того, что центральный кусочек, что-то, что-то там сделают, что какая-то часть сказки уйдет под какую-то застройку, и там обязательно возникнет что-нибудь, что никаким образом с детьми не соотносится. Если я понимаю правильно, вот сегодня тем, что городская власть так много дает такой карт-бланш тебе, то это означает, что городку сказка все-таки быть однозначно, без всяких... Да я думаю, что и до этого быть. Просто, ну, как бы, наверное, были когда-то у кого-то где-то какие-то желания что-то там откусить и отпилить. Но, я вам скажу, до сих пор вот эта вся территория находится, земля в городской собственности, все имущество находится в коммунальной собственности, это коммунальное учреждение, поэтому никаких поползновений сделать его там каким-то другим, нежели он сегодня является, я не вижу. То есть и в моих планах, да, как бы есть наоборот, развивать его как бесплатный парк. Ну вот, то есть мы не можем брать деньги за вход туда. У нас там несколько лет назад на сказке открылся туалет, и он бесплатно работает, потому что я, например, считаю, да, что такие вещи, ну, не такие большие это расходы в год, для того, чтобы мы не могли нашим детям это сделать. Ну, конечно, там основная часть, я вам скажу, это малыши от 2 до 7 лет. Ну, с родителями, естественно, понятно, да. и старики. Вот. Которые приводят туда внука. Да, приводят внука, или даже сами себе. Там есть аллейка, там собираются пенсионеры с ближайших дворов. То есть там что-то обсуждают, какие-то там, вот идет у них там своя тусовка. Да. Вот. И малыши. Вот для этого и должна быть там дендрозона. Для этого там мы должны оживить каскадный фонтан, чтобы там было немножко свежее. Мы должны поставить питьевой фонтанчик, который, к сожалению, есть в документах, но он не дожил до нашего дня. Значит, мы должны его сегодня... построить, люди должны иметь чтобы воду. Чтобы он был, чтобы можно было конечно, им пользоваться. Конечно. Но вот за последние годы сказка на самом деле получала свое развитие только, ну, допустим, вот в виде возникновения там европейского скверика, такой в уголочке маленький такой. Да. Но сказать, что это сквер, ну, в общем, каким-то образом мы приобщили сказку вот к нашей европейской направленности. Да. Что-то там есть, какой-то познавательный элемент. Конечно, более современная сказка стала с тем, что туда пришли аттракционы, но я так понимаю, это, собственно, не коммунального предприятия аттракционы, это арендаторы. Вот таким образом появился тир вот там в уголочке, тоже в другом уголочке по диагонали от европейского скверика. Ну и, ну действительно, вот что касается современных каких-то примет, это практически все. Да. Но, да. А вот что касается этих объектов, ты сказала, что хочется вдохнуть в них жизнь. Речь идет о том, чтобы их каким-то образом, может быть, перестроить, может быть, не только какие-то мероприятия, чтобы они стали живыми аттракционами. Ну, вот, например, первая мысль, которая возникает по поводу паровоза, да, замечательный, старинный, уже очень старинный паровоз, он находится в более-менее нормальном состоянии, его поддерживают, прокрашивают, он, конечно, уже заварен, к сожалению, да, там, чтобы там внутрь не заходили. Так вот, первое, что я, допустим, да, увидел в этом, в паровозе, его нужно, во-первых, открыть для детей, то есть они должны туда заходить, а во-вторых, там должен появиться виртуальный аттракцион, мы ездим на паровозе. То есть сегодня путем электронных технологий мы можем там поставить экраны, и ребенок может путешествовать на этих виртуальных экранах, находясь в этом паровозе, путешествовать по Украине, по космосу, под водой, не имеет значения. То есть это уже дело техники, и в Николаеве такие аттракционы уже даже производят люди. Я вспоминаю, что в моем детстве были какие-то такие игровые автоматы, когда ты вроде как за рулем и двигался по дороге. Да. Вот что-то такое, то есть, насколько я понимаю, это не настолько сложная технология. Конечно. Для того, чтобы... Это все абсолютно реально, это все существует уже. Существуют такие комнаты, да, в которые ты заходишь, берешь руль и едешь уже, у тебя вокруг, у тебя тут машины, тут у тебя мелькают деревья. Ну, это же как бы для нас, может быть, сегодня это что-то в новинку, но на самом деле все это такое есть. А насколько это... Ну, подъемная штука для бюджетного коммунального предприятия. Ну, я думаю, что без инвесторов мы не обойдемся.
а инвесторов не тех, кто купят себе там территорию или землю, этого mm-hmm. невозможно сделать, это нереально, потому что это рекреационная зона, эта земля даже mm-hmm. не может быть отдана в аренду под коммерческое использование. Но надо находить какие-то варианты, и если город, конечно, сам сможет что-то купить, ну, не такие большие деньги сегодня строят, mm-hmm. стоят, допустим, аттракционы, и сегодня у «Сказки» нет ни одного платного аттракциона. Вообще, сегодня mm-hmm. вот мы как бюджетная организация, мы сегодня отвечаем за туалет, за планетарий, mm-hmm. бесплатный планетарий, потому что вот он подарен «Русалам», и еще даже не прошло и года, как ну он... Ну да, это совсем буквально несколько месяцев. Конец декабря, да, конец декабря, yeah. вот этот бесплатный. И вот эта большая такая красивая карусель у Лукоморья. Вот, в принципе, и все аттракционы, которые есть у «Сказки». Все остальное это... говоря, да. Да, все остальное это а машинки вот эти вот электромобильчики? Это все, это тоже... все, да, все это арендаторы. Это все не «Сказки». И, но я думаю, что после того, как мы сделаем зонирование и правильно определим зоны, где будут аттракционы, где будет для малышей, для взрослых, где будет тихая зона, где будет громкая зона, где будет Wi-Fi, где не будет Wi-Fi специально, да, чтобы люди могли там отдохнуть, пообщаться, тогда mm-hmm. будет понятно... что-то, ну, уже в плане, уже можно будет просить, допустим, у бюджетной комиссии, там, давайте, там, немножко денег запланируем, «Сказка» приобретет себе свои аттракционы. Тогда, первое, мы сможем регулировать ценовую политику, никто не будет говорить в «Сказке», как у вас дорого аттракционы и так далее. Мы сможем сами регулировать эту ценовую политику. Угу. Мы сможем делать бесплатные какие-то вещи на праздник, там, ну, детей да. там пускать бесплатные и так далее. И так ну, далее. Какие-то категории деток. Да, или какие-то категории, быть, да. И, сможем этим управлять. Потому что сегодня все-таки, да, с предпринимателями есть контакты, мы общаемся, они тоже делают подарки в плане того бесплатных каких-то на мероприятий. Но так будет правильней, мне кажется. В «Сказке» есть еще совершенно замечательный объект театр, амфитеатр. Да, амфитеатр. Есть площадка. Есть ли сейчас кому в «Сказке» выступать там? О, летом там очень жарко. Летом я имею в виду существование, перспектива существования коллективов, вот что-то такое, чтобы в «Сказке», как в домах культуры, как в домах для творчества для детей, чтобы тоже что-то кружковая появилось. Кружковая работа небольшая в «Сказке» ведется, но небольшая, объясню почему. Потому что в «Сказке» из отапливаемых помещений, в которых можно... Знаешь, кружковая работа у нас когда идет? Осенью, зимой и весной. Зимой, да, летом все дети разбегаются. А отапливаемые помещения есть только вот там вот возле амфитеатра, вот в этом в полуподвальном помещении два этажа. Там немного помещений, поэтому, по сути, заводить кружковую работу нам пока негде. Если, mm-hmm. может быть, в перспективе что-то у нас появится, вот, то, конечно, будет и собственное. А так мы открыты для всех... Mm-hmm. для всех мероприятий, для совместных, для собственных. И вот и в конце августа мы будем там проводить именно в амфитеатре, потому что привозят нам 200 детей определенной категории, там подарки, то есть будет мероприятие. Ну, это отдельно буду анонсировать, это мероприятие. Mm-hmm. И мы его сделаем в амфитеатре, потому что там 400 мест, там 200 mm-hmm. детей смогут спокойно сидеть, смотреть программу, участвовать, потом сделать прогулку по «Сказке», может, их еще куда-то повезут. То есть это очень замечательное место, на самом деле. Оно, конечно, тоже требует реконструкции. Старые деревянные лавочки. Вот, все-таки стадион, раз, уже красивое пластиковое сиденье, да? Так или иначе, уже все-таки наш Николаевский стадион модернизирован в этом смысле. Что нам мешает здесь? Может быть, даже пусть даже не отдельное сиденье, потому что сиденье, в общем-то, они воруют место, да? Место, особенно да. для детей, да, маленькие ребенок. Я только хотела сказать, окажется меньше, да, сиденье да. окажется меньше посадочных мест. Да, их, кстати, там, их может сесть трое, а так сядет один, да? Вот, поэтому, может быть, пластиковые какие-то скамейки красивые, изящные. Ну вот, идей, безусловно, много, на все надо время и средства. Главное, чтобы хватило желания и энтузиазма. Ну, потому энтузиазм... что это очень важно. Очень часто бывает такое. Начинаешь, угу. горишь, а потом начинает это все разбиваться какие-то. Там какие-то деньги не проплачены. Любовная лодка разбилась об быт. Ну вот пока есть поддержка сверху. И пока есть поддержка, будем говорить, сбоку, да, там от друзей, просто от людей николаевцев, которые с удовольствием вот так вот... Вот об этом даже чуть поподробнее. Почему? Потому что в социальных сетях, когда видишь... Ну, там, смотришь в социальных сетях, что, как, чем обмениваются друзья, видно, что в «Сказку» тут же подтянулись достаточно взрослые творческие личности, которые кто-то застал в своем детстве еще «Сказку» да. чуть-чуть, как у меня она пришлась уже так на подростковый возраст, кто-то, может быть, и не застал даже, но вот сейчас «Сказка» стала для них интересным объектом. Что ты предлагаешь
взрослым творческим людям? Я им предлагаю все. Вот я говорю, приходите, всем знакомым, приходите, и вот все, что вам интересно, делайте. Да? Вот я поговорил с одним, поговорил с танцорами сальсы. Я говорю, вот смотрите, вот площадка. Поговорил с музыкантами, с поэтами и так далее. Все ушли, как это, в раздумьях. Все-таки июль месяц такой, в этом смысле, тяжелый. И да? Август тоже тяжелый. И август тоже тяжелый. Но я думаю, что как в сентябре, как накинутся все. Вот опять приходили ребята, которые провели детский рок-фестиваль. Тоже интересная штука. Вот школьники играют рок. Почему бы им не играть на сказке, где у нас есть и подключение, мы можем помочь там, со зрителями, с посадочными местами. Тут на самом деле намного лучше, чем если бы они играли какую-то современную музыку, которая совершенно идиотская, что по музыкальной своей составляющей, что да, вот, слова, рок. Вот честно, они провели фестиваль, там собралось там 150-200 человек, замечательно играли, все там. Качество игры мы не обсуждаем, да, это дети, это учебный процесс. Да, важно, важно, чтобы у них было желание это делать и место, где себя реализовывать, потому что на самом деле вот таких открытых площадок, куда можно приглашать, куда можно приходить, где можно вот действительно так устанавливать такой контакт со зрителем, общаться со зрителем, их, как ни странно, в летнем, в Южном Николаеве мало. Мало. Ну, у нас есть советская привычная, да, все как бы все рвутся на советскую, все ярмарки, всем вот где продажи. Я не очень сейчас пока вижу ярмарочные ярмарки в сказке. Я не очень вижу. Уже приходят люди с предложением, как вот это, вот там ярмарки. Я пока не очень вижу. Это может помешать отдыхающим, детям, вот этот как бы. Поэтому я пока к этому не готов. А вот любые концертные варианты, любые там творческие встречи, вот там, там даже есть такие открытые университеты, которые проводят. Они принципиально проводят лекции на открытом воздухе. Я им говорю, ну вот, вот замечательно, я пытаюсь всех, пока я сейчас всех пытаюсь сказку притянуть. Приходите сюда, вот есть, хотите, они там раскладывают карематы, лежа слушают лекции, ну разные какие-то вот есть эти фишки. Пожалуйста, говорю, вот есть деревянная крепость, там можно сидеть вокруг, вот есть амфитеатр на большое количество, можно выйти, сесть возле фонтана, разложить карематы и сидеть слушать эту лекцию. То есть моя задача, как можно больше людей туда привлечь. И, соответственно, от этого и каждый приходящий будет мне говорить, ага, а давай вот, вот тут вот может это сделать. А если он еще скажет, а давай я это сделаю, это вообще будет замечательно. Ну вот сказали, давайте поставим у вас этот книгообмен, буккроссинг, полку. И все, вот привезли ребята, поставили буккроссинг, и все. И он уже живет своей жизнью. И он уже живет тут. Абсолютно живет. Ты наблюдаешь за тем, да, да, как это происходит, конечно. Что-то я хожу, там уже смотрю, есть. Там знакомые принесли книжку, незнакомые принесли книжку, кто-то какие-то книжки там стоят, их не берут. Вот, какие-то книжки там все время сразу исчезают, появляются новые. Ну, в общем, какая-то жизнь там происходит вокруг этого. Это, безусловно, интересно, потому что действительно вот из таких деталей, из каких-то таких маленьких крошечных деталей складывается вот такая общая эта картина. И чем больше их, чем они ярче, и чем одна из них не, больше не похожа на другую, тем, наверное, и вот эта пестрая картина получается богаче. Да, он не будет таким большим. Сказка никогда не будет Диснейлендом в плане аттракционов. Но она должна стать Диснейлендом в плане живой сказки. Потому что, по большому счету, входящего ребенка туда должны, ну, там, образно говоря, там ростовые куклы, да, там или персонажи какие-то, вот они должны жить, они должны с ребенком там ходить, просто ходить, здороваться, проводить, водить по этим квестам, по каким-то точкам. Это могут быть организованные мероприятия, просто так жить. Вот это, в этом смысле, сказка должна стать Диснейлендом. В плане сейчас, сказки. Сейчас продолжу такой ряд один. У нас есть ночь в музее, у нас есть ночь в зоопарке, у нас есть ночь в библиотеке, а ночь в сказке. Ну, ночь в сказке, да. Вот, ну вот, во-первых, сейчас поздно темнеет. Сейчас, по сути, еще не, нельзя увидеть, как сказка светится. Но для того, чтобы делать ночь в сказке, прежде всего, нам надо будет сделать там красивое архитектурное освещение. Чтобы мы не просто там ходили по темным углам, да, а чтобы мы зашли в освещенную какую-то Я скажу почему, потому что я представила себе ростовые куклы, которые вот живут, идешь ты под сказки, и вдруг возникает вот такая ростовая кукла, и если ночью она возникает. Нет, на самом деле это. Ну, я понимаю, конечно, что это уже так, я, у меня такой бред взрослого человека, но тем не менее. А, вот, кстати, про взрослых людей. Взрослые люди мне подсказали, мы обязательно в сентябре сыграем такую игру. Мы сыграем игры для взрослых детей. Мы сделаем какой-то день или два, мы сделаем какую-то акцию и позовем туда взрослых, чтобы играть в детские игры.
То есть, ну, то, что там нарисовано у нас классики, там еще какие-то, мы сделаем какие-то резиночки, мы сделаем, кто что помнит. И вот такую вот штуку, ну, попытаемся, во всяком случае, взять. А к этому, может быть, приурочим вот это вот то, что я объявил, сбор своих старых фотографий в сказке, и сделанные рядом такие же, только современные. Да, вот, такие. Если соберется их достаточно большое количество, или даже просто старых фотографий, когда люди в сказке, да, сделаем там, у нас есть несколько таких площадей, плоскостей, мы там сделаем просто такой коллаж. То есть задача такая, чтобы сказка была живой, чтобы человек чувствовал, что это его, чтобы он приходил и понимал, что вот моя фотография, а вот тут вот там, я когда-то сидел. Поэтому я про скамейки сказал. Как-то я в Фейсбуке выложил, и пришел уже один человек и сказал, вот собирается сейчас поставить скамейку. И миную. Но не миную, эта скамейка поставлена вот, Васей. Вот я об этом тоже, кстати, в Фейсбуке, вот по поводу этих скамеек было, я вспоминала, я жутко завидую пейзажной аллее в Киеве. Там же есть вот эти дизайнерские лавочки, которые придумали и ведущие украинские дизайнеры. А потом киевские предприниматели или богатые люди, они за свои деньги изготовили. Вот там есть лавочка, там, допустим, которую там придумал дизайнер Андре Тан, а изготовлена на деньги такого-то. Да, там рядышком есть маленькая табличка, но там целый ряд этих дизайнерских лавочек. И тоже совершенно замечательный объект. Это и понятно, что это, ну как, я бы не сказала, что это архитектурный объект, но... Это арт-объект. То есть он и арт-объект, он в том числе и социальный, он в том числе и необходимый. Лавочек у нас чаще там хватает в сказке, да, то есть посидеть есть где, но красивые, интересные, необычные и, главное, личностные. То есть там человек напишет, там, на этом месте я когда-то там поцеловал Лену, и все. И вот будет вот там такая табличка, там, Коля поцеловал Лену, и все. И вот она будет стоять, если она еще будет красивая, эта скамейка, то, конечно, ей не будет цены, потому что она сама по себе станет объектом внимания и интереса. Не то, чтобы там прямо со всей страны будет приезжать посмотреть на эту скамейку, но нам и не надо. Нам прежде всего надо сделать сказку для николаевцев. Когда мы говорим, чем мы будем привлекать других, и это, про туризм. Ну да, у нас, да, я у нас всегда сейчас говорю, это очень, да, давайте... туристический объект, туристическая привлекательность. Все хорошо. Так вот, если это место будет интересно для николаевцев самих, то уж тем более для гостей города обязательно. Если я люблю ходить в зоопарк, значит, я обязательно гостей того, кто ко мне привезет, да. Я их тоже приедет, я их тоже привезу в зоопарк. Вот только по этой, вот только так надо подходить к туризму, как, на мой взгляд. Если мне это нравится, то я и всех туда позову. А вот для развития именно в плане там арт-объектов, я так понимаю, что в данном случае сказку ограничивает пространство, или может быть тоже какие-нибудь мысли? Нет, небольшие арт-объекты, никаких это ограничений допустимо, нет. Это допустимо, да, это тоже у нас может быть. Столько зеленых зон, что там могут появиться какие-то... Сейчас мы ведем переговоры по одному интересному арт-объекту, не хочу говорить, потому что все упирается в деньги. Да? Ну, да. Уже нарисован небольшой проект, и он абсолютно не займет ни дополнительной территории, не вырубим ни одного, не исказит, да. А дополнит. Ландшафт. Только дополнит то, что сегодня есть. Мы не вырубим ни одного кустика, не вырубим ни одного цветочка. Мы ничего, по сути, в территориальном смысле не сделаем. У нас появится объект, еще один арт-объект, может быть, там для привлечения внимания. И просто для прогулки будет приятно к нему подойти, там прикоснуться. Вот. То есть таких должно появиться, на мой взгляд, много. Там место, в этом смысле места много. В этом много. Смысле места да. достаточно. Для и лунопарка, таким... конечно, нет. То есть, если ну, мы собственно хотим... говоря, лунопарк на самом деле это не то, чем можно удивить, вот как на мой взгляд. Это действительно аттракционы, которые так или иначе щекочут нервы, но малышам. Но территория уже, нужна, нужны гектары и гектары. Нужны гектары, да. Да, на самом деле это не то направление, в котором хотелось бы... Лунопарк это обычно. А что касается сказки, насколько тебе известно, есть у нас еще похожие, ну, по крайней мере, в непосредственной близости у соседей? Нет, вот такого нет. То есть есть парки, есть маленькие, есть большие, есть все. Но вот сказка, она именно уникальна тем, что она строилась как микромир. Вот этот вот микромир, если удастся его возродить и оживить, вот этого бы хотелось. Вера, у нас осталось буквально 2 минуты, и я думаю, что вы сейчас уже думаете со своими коллегами над тем, какой будет, вот у нас 2 очень важных для всех николаевцев праздника, День независимости Украины, понятно, для всех украинцев, и День нашего любимого города. Я абсолютно уверена, что вы сейчас уже над этим работаете. Может быть, немножко так приоткрыть, не рассказывать все, но заинтриговать. Заинтриговать...
Мы будем делать, мы будем участвовать. И мы уже участвуем и сказка, и я участвую. В плане мероприятий? В плане мероприятий, да. Что будет очень интересного, пока не знаю. Пока вот даже вот не готов именно сказать, что именно. Но обязательно оповестим. Потому что я сейчас веду переговоры со всеми. Август месяц вообще очень сложный. Ну, да. Коллективы, вот такой... дети, все вот так вот, чтобы что-то вот рвануть. День города, конечно, день города... Уже будет немножко в других условиях. Много разных предложений, много разных... От меня поступило предложение, я всех держу, говорю, все. Я понимаю, что ты как человек бесконечно влюбленный в Николая, что да, вот говорю, для тебя это личный праздник, безусловно, и большой праздник, поэтому это сказка... Отдельный. Мы сделаем, мы повесим паруса, мы сделаем максимум того, что мы сможем сделать, и, конечно, обязательно будет что-то интересное, такое вот необычное. Значит, мы тогда еще перед днем города обязательно да. встретимся, пригласим николаевцев, расскажем им о сказочной жизни. Конечно. Я дякую за то, что ты сегодня побывал в нашем эфире, и я сподіваюся на те, що правді сказка буде таким майданчиком для реалізації просто неймовірних, талановитих, цікавих проєктів, до яких будуть залучатися не тільки наймолодші миколаївці, а справді миколаївці всіх поколінь. І ну, це важливо, коли з'являються спільні, родинні традиції, якими живуть всі городяни. І да. Тому я тільки можу побажати успіхів тобі в цьому. Дякую. Ну і сподіваюся, наша підтримка стане у нагоді. Дякую. Так. Дякую. Дякую і вам, що були разом з нами. Любіть своє місто і приходьте до казки. Вам обов'язково буде цікаво. Приходьте зі своїми дітьми і ідеями. Хай щастить. В ефірі побачимось.